Карасада Танасетума снежного джекпот обладают устойчивостью к неблагоприятным условиям. Это красивое растение вырастает до 70 см и обильно цветет с июля до наступления осенних заморозков. Многолетник используют для создания ярких групп на газонах, наполнения цветников и украшения мест отдыха. Танасетум джекпот легко приживается на рыхлой плодородной почве. Чтобы избежать загнивания корней, необходимо в месте посадки предварительно организовать дренаж. Растение предпочитает хорошо освещенные места. При соблюдении этих условий, многолетник порадует обильным и длительным цветением. Танасетум снежный джекпот – это травянистый высотой 45-50 см. Цветет растение в месяц июль, август, сентябрь. Окраска цветка белая, летом листва серая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.